Гномы в деле. Приветствую вас, друзья, на ежегодном фестивале гномов. И по нашей давней традиции, сперва мы... Вэмбла, а можешь подождать еще чуть-чуть? Эльфия опаздывает. Значит, начнем без нее. Сейчас мы поведаем вам знаменитую легенду о наших предках. Интересно, что будет дальше. Давным-давно в старом Кёльне дом был гномами заполнен. Их час работы наставал, когда хозяин дома засыпал. Ночью поздней... Ай, блин, дорогие, что ж так темно? Как было задумано? Сорян, народ. Просто проверяю декорации. Сейчас все будет. На чем я остановилась? А? Ночью поздней. Ночью поздней выходили и тихонечко порядок наводили. Убирали, отскребали, все готовили, стирали. Шили, мыли, все чинили. А когда хозяин дома пробуждался ото сна ночного, все уже было готово. Чудесная история. Но будет ли у нее счастливый конец? Нет. Как-то у портного был завал, платье мэру шить не успевал. Как только в доме свет погас, пошивка платья началась. Иголки, нитки завлекали, и до утренней зари платье новое соткали. Сейчас так модно. Люди так носят. Но люди никогда не ценили ту тяжелую работу, которую делали для них гномы. А теперь кип. Колпак большой, а мозги не очень. Жене портного показалось платье мало. Захотелось ей увидеть гномов во что бы то ни стало. Горох повсюду разбросала. Бедные маленькие гномы на нем поскользнулись и очутились на дне подвала. И больше никогда они не объявлялись. Люди же от горя сокрушались. Ох, не будет для нас счастья дальше. Как же хорошо жилось нам раньше. Ты должна была упасть, как все. Это не по сценарию. Ха, падение не для меня. Ха, не поймаешь меня. Невероятно. Ну, погоди у меня. Пора с ней кончать. Ой, а где трусы? Эльфи, покажи ей. И это все, что ты можешь? Ю! Ну, держись! Опа! Оп! Кто-то потерял нить. Эй! Это я должен был победить! Нет, пора все изменить. Послушайте меня, никому нельзя обижать гномов. Если вы добры к нам, то и мы к вам. Нечему тут аплодировать. Добрых людей не бывает. Откуда вы знаете? Вы же не видели людей. Зато я знаю легенду. Люди неблагодарные, подлые и слишком большие. Многие поколения мы живем здесь свободно, без всяких проблем. Да-да, тихой, мрачной, унылой жизнью. Шагу ступить некуда. Все не то. Венла права, Эльфи. Здесь внизу у нас есть все, что нам, гномам, нужно для жизни. А что нам нужно? Мастерить что-нибудь своими руками! Интересно знать, что ты умеешь мастерить. Скоро узнаешь. В этом году я выиграю колпак на турнире мастеров. До этого все твои попытки ничем хорошим не заканчивались. Та-дам! Поэтому у тебя самый маленький и жалкий колпак из всех. И так оно всегда и будет. А вот и нет, у меня феноменальная идея. А сейчас кульминация нашего праздника. Ха-ха! Турнир мастеров! Обожаю! Можете расходиться по домам. Колпак по-любому достанется мне. Так,
Так, что у нас здесь? Корзина для капусты. Очень хорошо. Я покрасила их в коричневый. Теперь грязи не видно. Хитро и практично. Ай, блин, горелый. Да-да, очень хорошо. Пип, а ты что смастерил? Стул? Великолепно! Изящная работа! Только это не просто стул. Самое интересное в этом стуле — его ножки. Какого бы вы ни были роста, вам будет удобно сидеть. Блестящая идея, Кип. Прекрасный образец гномьего мастерства. Вы еще этого не видели! Представляю вам свою новую феноменальную идею – комбайн по сбору репы! Ого! Больше не нужно будет собирать эту дурацкую репу вручную! Ха, ничего не выйдет, это к бабке не ходи. Смотрим, посмотрим. Изобретение просто отвал башки! Ой, я не то имела в виду! Такого я не планировала! Уйди от меня! Ничего, бывало и хуже. Главное, все целы. Вендла, ты в порядке? Я очень даже не в порядке. Здесь мы в безопасности от людей, но, увы, не от нее. Простите меня, я только хотела сделать что-то. Сделать нашу жизнь лучше. Такого лучше нам тут точно не надо. Я просто хотела... Никогда тебе не стать настоящим гномом, никогда! Но я... Ты куда собралась? Я ухожу в мир людей. Да ты что? Вендла говорит, люди едят гномов на завтрак. Прямо с колпаками. Там очень опасно. О, Бак, я не верю, что они такие уж плохие. Посмотри, они здесь как лучшие друзья. Я найду человека, который научит меня ремеслу. И когда я вернусь, то смогу доказать всем, на что я способна. Но как же я буду без тебя? Я же скоро вернусь. Эй, мы все сделаем быстро, ловко и вжухисто, да? Точно, вжухисто. А что такое вжухисто? Ну, это как вжух, есть работа, и мы такие вжух, ее сделали. Мы с любым делом справимся. Ну, почти с любым. Это моя лучшая свеча. Думаю, мне лучше пойти с тобой. Но ты и так хороший мастер. О, это скучно делать одни свечки. Я хотел бы увидеть солнце. Говорят, оно ярче всех свечей на свете. Спасибо, Бак.
думать, что мир людей такой красивый. Думаешь, он большой? Я так думаю, где-то в 100 раз больше, чем наш. Но это ты преувеличиваешь. А когда светит солнце, он делается еще больше, потому что все на Земле начинает расти. А, вот почему люди такие большие. Эй, вы нарушили правила. Ты тут откуда? Пришел отвезти вас назад. Надо уходить, пока люди не заметили нас. Так иди. А у меня тут дельца. Будет учиться ремеслу у людей. Я скоро вернусь. Передавай привет нашим. Ты что, с ума сошла, что ли? Люди — это ленивые бездельники. У них нечему учиться. Идем. Эй, кто-нибудь меня слышит? Я снаружи, но я не виноват. Солнце. Ух ты. Я уже подрос? Смотри, настоящая птица! Хотел бы я полетать. О, смотри, какая огромная! Из нее выходит много газов. Эльфи, смотри! Вау! Что это? Люди хранят в этом месте все продукты. Только настоящий рай. Эй, кто-нибудь меня слышит? Хуже не придумаешь. Свина-собака! Кип, не в ту сторону! А это что? Надо попробовать. И куда теперь? Куда мы бежим? Подальше от свинопса! Пока, милая, до вечера! Почему он за нами гонится? Туда! Нам конец! Сделайте что-нибудь! Стоп! Может, он хочет поиграть? И что-то не похоже! Погодите-ка! Бежим! Палка, принеси палку! Ох уж мне эти твои феноменальные идеи. С днем рождения меня! С днем рождения меня! С днем рождения, дорогой Тео! С днем рождения! Чтобы сделать день свой ярким, покупаю Бруно тортик. Какая чушь! Сам ешь свои торты! Эй! Есть кто-нибудь? Это здесь была кондитерская Хампуса? Помню, раньше здесь все было по-другому. Да уж. Магазин закрылся уж давно как. О, нет. А как же несравненные кремовые шпили? Они мне так нравились. Могла их есть с утра до вечера. Погодите секундочку. Чтобы сделать день свой ярким, покупаю Бруно тортик. О, обожаю. Можете положить вместе с пирожными от Бруно. А ну вон отсюда! Иди ешь торт от Бруно! Неудивительно, что вы закрылись. Так ему и надо. Вперед, путь свободен! Отпусти меня, гигантский малыш! Ну вот, такая вкусная была. О, только не это! Он бежит сюда! А вот и не поймаешь! Что, не вышло? Сматываемся! Скорее в кусты! Ах ты, паршивец, это не твой двор! Принесло. Эй, все за мной!
Отлично придумано забраться к людям в дом. Ох, плохо это все закончится. Здесь мы в безопасности. А если он и с нами так же? Ну, это вряд ли. Эльфи кое-что понимает в людях. Верно? Угу. Хм, похоже, это какая-то мастерская. Это же кондитерская! Там, где тортики делают. Вот это да! Вон, смотрите, людей тоже награждают колпаками. Только этот порван. Ну, неудивительно, эти люди постоянно все портят. Ничего себе! Вкусняшки! Кремовые башни! Я тебя проучу! Кыш! Вот собака! Мерзость! Какая вкуснотень! Прямо не оторваться! Я знаю, кем хочу стать! Кондитером! И тогда я тоже смогу выиграть такой же большой колпак! Ты? Ха-ха-ха! Ага, мечтать не вредно! Кто бы говорил? Колпак-то у тебя большой, а вот мозгов под ним как муравьишки. Не смешно! Почему здесь такой беспорядок? Только этого не хватало. Крысы! Ну, погодите, сейчас я покажу, кто здесь хозяин. Конечно, здесь мы в безопасности. Прекрати стонать! Я ничего не делаю. Это как-то само выходит. Приглянитесь! Опустите меня! Вот тена. Что ты такое? А сами-то как думаете? Разговаривающая фигурка для сада? Нет! Даю вторую попытку. Я что, похожа на по-вашему? Ну ладно, даю подсказку, но только одну. Маленькие такие. Что? Да нет, не может быть. Всем помогаю. Феи, что ли? Вы что, в феи верите? Я же гном! Но я думал, они только в сказках. Они не настоящие. Отпустите ее, или мы вам сейчас покажем, какие мы не настоящие. У нас в руках спичка, и мы ее сейчас как зажжем. О, лучше не надо. Я очень люблю эту кондитерскую и свои. А? Кто это сделал? Это не я. Да я за всю свою жизнь не пробовала ничего вкуснее. Как вы это делаете? Ах, это... Тебя не касается. Ой, да ладно! Не будьте вы таким, мистер Насяра! Как вас зовут, кстати? Меня вот Эльфи... Этого Бак, а этого с микромозгом Кип. Ага. Тео. Тео Хампус. Ага, ну что ж, а теперь, когда мы с вами подружились, у меня к вам есть одна просьба, так сказать, личного характера. Ничего не трогайте и сидите тихо, как мыши. Это ты издевался над Чарльзом? А? Здрасте, здрасте. Даю тебе и твоей профитроли 3 секунды, или я сам вышвырну вас. Это тебя, братец, скоро вышвырнут. Ты уже давно на мели. Верно, потому что ты переманил всех к себе дешевыми леденцами. Я не всяко лучше твоих дорогущих. Ничего ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Нет, ты. Попробуй. Тоже мне гений нашелся. Получай. Ох, ты жалкий выскочка. А ты брюзгай, мрачная личность. Напыщенный жлябрас. Нет, только не беру, Пинкай!
Все еще утверждаешь, что разбираешься в людях. Он же со всеми дерется. Но тот, который брюзга, печет лучше того, который желеобраз. Слезь меня! Ну что, слабак, сдаешься? Никогда! Извините, что прерываю вас, но я хотела бы напомнить вам о цели нашего визита. Что? А, да, точно. Это еще что? Это перечень ваших неоплаченных счетов на электричество, газ, воду. И чтобы ты понимал, я выкупил все твои долги, и ты обязан расплатиться за неделю. А иначе этот дом станет моим, и ты можешь собирать монатки. Что? Да, и кстати, с днем рождения, братик. Все хуже, чем я думал. Между прочим, могли бы и нам сказать. С днем рождения, и гномью удачи! С днем рождения, гору подарков придачи! Эй! Спокойно! Я все потеряю. Было бы из-за чего расстраиваться. Все, что нужно, испечь побольше пирожных и вжух! У вас будет пачка деньжат, и вы за все расплатитесь. Похоже, придется собирать вещи. Кажись, не судьба тебе стать кулинаром. О, наконец-то мы вернемся домой. Нет, постойте! Что? Я могу вам помочь. Мы можем вам помочь. Мы же гномы. Мы можем работать днем и ночью и без перерывов. Сработаем в гномьем стиле. Всего-то нужно научить меня печь. Как это? Ты не умеешь печь? Нет, ну и что? Вряд ли это так уж сложно. Ха, можем начать хоть сейчас. Ха, сейчас зажгу духовку. Или нет? Я сейчас быстренько все потушу. Бензин. Никогда не слышала. Нет, не надо! Ну вот, классно сработали. В гномьем стиле. Неважно. Знаете, сейчас, наверное, в это сложно поверить, но мы, гномы, очень полезны. Но только при хорошем к нам отношении. Это, по-вашему, хорошее отношение? Простите, я могу вам помочь! Правда, и как же? Ты только что спалила все его запасы. Сегодня у нас действует 20% скидка на... Мы достанем ему продукты, и тогда он не будет злиться. Там полным-полно людей. Глупее идеи в жизни не слышал. Нет, это феноменальная идея. Это одно и то же. Работаем в гномьем стиле. Быстро, ловко и вжухисто. Да, вжухисто. Лично я остаюсь здесь. Иди погуляй, Чарли. О-о, свина-собака. О, нет! Подождите меня! Сюда! Ну что, вперед! Осторожно! Мягкие. Сладкие бобы. Я превратился в живой воздушный шар! Давай я тебе помогу, бедная собачка. Беги, я его задержу! Нет, только не колпак!
профитролька моя, как у нас там дела? Что случилось? Бач! Кто сломал мой торговый стенд? Это не я, это Чарльз. Совсем взбесился. Наверное, погнался за какой-нибудь крысой. Ну, а крыса, видимо, была в шапке. Быстро в мой офис! Живо, живо, бегом! Что случилось? Ты! Быстро все убрал! Живо! Но моя смена уже закончилась, подождите! Плохой! Сейчас подходящий момент. И как же мы все это довезем до кондитерской? Легче легкого. В гномьем стиле. Я без колпака никуда не пойду. Погнали! Что с тобой? Сумасшедшая! Вы не ждали, а мы вернулись. Смотрите, сколько всего мы вам привезли. Та-дам! Тут полно всякой всячины. Пукательные бобы. На всякий случай. А где вы все это взяли? В такой большой кладовке для продуктов. Вы такого в жизни не видели. Так, мы снова друзья? Теперь мы запросто спасем вашу кондитерскую. Стойте! Нет! Выбор за вами. Замесить тесто или покинуть насиженное место. Ну что ж. Рядовой кулинар Эльфи готова заступить на дежурство, о мой генерал! Ну ладно, для начала нужно собрать клубнику в саду. Ура! Эй, нас обманули! Эй, не смейте печь без нас, предупреждаю! А я, между прочим, говорил, что все люди подлые и неблагодарные. Я тоже хочу этому научиться. Ну ладно, я серьезно. Мы всегда помогали людям. Теперь ваша очередь помочь нам. Мне никто не помогал. Неудивительно, такому брюзге. Не поймайте! Не угадали. Я здесь. Опять мимо. Лузер! Та-дам! Джекпот! Оп! Ой! Учтите, я никуда не уйду, пока вы не научите меня азам кулинарии. А мы вам поможем разобраться с этим. Но это же шантаж. Вы не оставляете мне выбора. Полагаю, это значит да. Но после этого вы отсюда уйдете. Обещаю. Даю вам честное гномье слово. Да, обещаем. Ну ладно, можете мне помочь. Мне нужны мука, сахар, масло, экстракт ванили. Не вопрос? Чего стоим, кого ждем? И я не виноват. Обычно мы работаем с инструментом поменьше. Права была Вендла. Люди высокомерные и деспотичные. Нельзя ломать стенды своего хозяина. Это очень-очень плохо. И вытащи эту штуку из пасти, когда с тобой разговаривают. А? О, нет. Опять. Печи снова перегреваются. Когда мы уже наконец починим систему управления? А, не волнуйся, это не к спеху. А если эта фабрика вдруг взорвется? Новую фабрику-то еще не скоро запустят. Через неделю начинаем строительство. Смотри, какая красота! Но что, если ваш брат все же расплатится по долгам? Как любил говорить мой отец, нужно любить то, что ты готовишь. Все нужно делать с чувством. Понятно, с чувством. А?
размеренно. Но слишком не затягивать. Ай-яй-яй, горячка! Ай-яй-яй! И скрупулезно. Скрупу... Что? Можно мне уже что-нибудь испечь? Нет. А как же наш уговор? Спокойно. Я сказал, что ты можешь мне помочь. Больше мы ни о чем не договаривались. Я стану кондитером и выиграю самый большой колпак. Так и будет. Промазал. Эй, вы создаете нерабочую обстановку. Печь или не печь? Вот в чем вопрос. А ну-ка притихли, ясно? Эй, вы меня слышали или нет? Нам же сказали притихли. Да! Ты ведь хотела научиться печь. Но вы же не разрешаете. Сначала научись работать этим, а потом я расскажу тебе, как использовать вот это. А теперь все за работу. Хорошо. На сегодня хватит, мне пора отдохнуть. А вы пока приберитесь тут. Все готово. Очистили до блеска. Можно нам лечь здесь? Вот еще. Даже не мечтайте. Только на одну ночь. Мистер Брюзга только с виду такой мрачный. Люди только кажутся милыми, а потом оказываются обманщиками. Ой, да ничего ты не понимаешь в людях, некромозг. Не смей меня никогда так называть, поняла? А, ну прости, больше не буду. Муравьиные мозги. А у тебя не колпак, а колпачок. Сейчас ты у меня получишь. Нет, мы будем вести себя тихо. Говорил же, люди подлые. Ты еще не поняла? Что происходит? Мы что, куда-то плывем? Отлично. Давайте посмотрим, есть ли тут фонарь. А зачем? У нас есть один большой на небе. Вот бы остальным это показать. Ничего себе! Я в порядке. Спасибо, что поинтересовались. Как поживаете? Ой, упс, простите, я не хотела. Пока. Мы ничего не трогали, почти. Так красиво. Лунная песня. Мы с Бруно слушали ее почти каждую ночь перед сном. Почему вы поссорились? Это грустная история. Расскажите нам истории. Нет, надо выспаться. Как хотите, но мы знаем, где ваша спальня. Ну ладно, ладно, хорошо, я расскажу. Сложно поверить, но Бруно и я были классной командой. Я мог прокрасться ночью к отцу на кухню и что-нибудь испечь. А Бруно потом продавал это соседским ребятам. Они обожали мои кексики. А Бруно был прекрасным продавцом. На заработанные деньги мы купили все эти игрушки. Боже, здесь был настоящий игрушечный рай. Ночью я записывал новые рецепты в свой блокнот, а Бруно убирал все наши сбережения в сундучок. О,
А, ну ладно, это было давно. Эй, а как же грустная часть? Ну, расскажите. Ну, пожалуйста. Ах, вы маленькие проказники. Мы поссорились после международного кондитерского конкурса. Я стал самым молодым участником, которому удалось выиграть гран-при. Папа мною так гордился. А Бруно завидовал? Да. И наша команда распалась. А когда папа умер, Бруно хотел закрыть наш магазин и построить фабрику. Выпечка с конвейера. Но кулинария — это искусство, и я никогда не променяю свое дело на конвейер. Мы, конечно же, поругались. И Бруно уехал из города. Потом он вернулся и построил вон тот дом прямо у меня под носом. Хотел доказать, что я лишь жалкий пекарь, а он успешный деляга. Вот и вся история. А теперь давайте спать. Нам рано вставать. Как мы с этим управимся? Для этого нам и нужен ты и твой микромозг. А? Ну, что скажете? Работа спорится у нас, быстро лоб, шут! Гномы в деле, мы все сумеем. Гномы в деле, готово! Работа на пределе. Гномы в деле, мы даже не потели. Гномы в деле. Быстро, просто, шут! Ого! Это все Кип соорудил. Его микромозги больше полезных идей, чем кажется. Это мне расплюнуть. Да, с вами не соскучишься. Но мне это нравится. Тогда давайте спасать кондитерскую. Вот, попробуйте. Поменьше сахара. А вот это лучше? Подольше взбивай яйца. Добавь корицы. Что это ты делаешь? Эй, я пока не готова. Ваша выпечка и правда вкусная, но у меня тоже есть идеи. Как хорошо, когда есть кому помочь. Ого, а это для чего? Кажется, у меня все готово.
Как вы учили, нужно любить то, что готовишь. Ну, что скажете? Вкусно? Вкусно? Вы что, назло это делаете? Похоже, у тебя талант. Наконец-то все как раньше. Только с большей любовью. Эй, пол только что помыли. Да ладно тебе! Я же говорила, гномий стиль рулит. Должен признать, что касается помощи, вам, ребята, нет равных. Погодите-ка. Крутая зеркало-машина. Давайте уже открываться. Опа! Милости просим! Уже? Эй, а где ваша улыбка? Ну-ка. Нет, улыбайтесь. Парни, помогите. Не понимаю, почему никто не заходит? Ну, сами подумайте, магазин столько времени был закрыт. Они скоро придут. Конечно. И почему я думал, что про меня не забудут? Надо что-нибудь придумать. Вот еще топливо. Все на борт! Наш пуколет готов ко взлету! Кажется, эта идея уж чересчур феноменальная. Спокойно, все будет чики-пуки. Я же ничего не забыл. Да! Смотрите, как мы высоко! И просто гений! Вы только посмотрите! Гигантский снег! Смотрите, вон там! Что? Идите все сюда! Это же маффины! Что там? Кажется, там что-то написано. Кондитерская Тео Хам. Подожди, открытие завтра в 10 утра. О, иди к мамочке, сладкий. Теперь-то у нас точно получится. Что это? Останови машину! Тормози! А вот и они. Эльфи, я вспомнил, что забыл установить в ракету. И что же? Ух, ёженьки-пироженьки. Нет, нет, нет. Ребята, вы целы? У нас пока испытание. Завтра надо повторить. Это исключено. А почему нет-то? Потому что я переживаю за вас, маленькие проказники. Так вы все-таки полюбили нас, да, мистер Брюзга? Ну, это немного громко сказано, но... Да, я так соскучился. А он ничего такое для человека. Что? Что это было? Вкусно. Как ему удалось так быстро все привести в порядок? Не надо, босс. Чш, не шуми. Ой, это
же нас! Это просто божественно! Раньше он был моим. Я... Ой, не может быть! Вот паршивец! Он собрал это все из наших старых игрушек! Мы будем тихие, как мышки. В смысле, мы постараемся. Вон отсюда! Это моя кондитерская. А это мой экскаватор, и я не разрешал его брать. Это мой дом, и я могу брать все, что захочу. Но это и мой дом тоже. Ах, теперь он стал тебе нужен. Ты же всегда говорил, что эта пекарня жалкая и никудышная. Ты сам хотел ее продать. А? У нас было полно долгов. Мало просто уметь готовить. Нужно еще уметь продавать. Но ты, отец, никогда этого не понимали. У тебя был момент славы. Самый молодой победитель. Надо же. Отцовская гордость. Бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому ты ушел и все разрушил. А теперь уйдешь ты. И на месте этой рухляди построят новую фабрику. Вот так. Ой! Надо помочь Тео. Я пока в своем уме. Ай! Эй! Придумала! Помните трюк из легенды? Сделаем то же, что и жена портного. Ай, больно! Давайте! Кто выключил свет? Нет! Мы этого не хотели! Тео! Тео, очнитесь! Нет! Тео! Скорее, надо спрятаться! Он жив! Но выглядит плохо. Скорее, вызывай скорую! Его старый блокнот с рецептами. Ему нужен покой? У него сильное сотрясение. Они дали ему снотворное. Его оставят в больнице на несколько дней. Похоже, для его магазина это конец. Да, не хотел я, чтобы так получилось. Эй, Тео, пожалуйста, проснитесь. Это срочно. Смотрите, он просыпается. Как интересно. Садовые фигурки. Похоже, дело плохо. Нет, это я, Эльфи! О, говорящая фигурка. Эй, нет, вам нельзя спать, Тео! Эй, вставайте! Вставайте! Ну, давайте же! Просыпайтесь! Бесполезно. Если такая большая голова уснула, уже не разбудишь. А когда он проснется, его кондитерская уже не будет. Что ты задумала? Спасаю кондитерскую. Что? Нас же всего трое. Кажется, она помешалась. Хочу кое-кого позвать. В 10 мы должны открыться. У нас получится. Люди не станут помогать гномам. Я не про людей. Хочу попросить других гномов. Помните слова Тео? Что касается помощи, нам нет равных. А если сюда придет Бруно? Мы о нем позаботимся. И поскорее возвращайся. Береги себя, Эльфи. Ребята!
Мы никогда не забудем Кипа, Бака и Эльфи. Где бы ни были их души, пусть на головах их всегда будет по теплому колпаку. Конечно, будет! За это можете не переживать. Эльфи, а мы думали ты... А где ты была? Там наверху, на поверхности. Кажется, у нее галлюцинации. А где Бак и Кип? Присматривают за кондитерской Тео. Тео, я такого не знаю. Тео человек. Но он очень хороший. Он научил меня кондитерскому делу. Вот, можете попробовать. Угощайтесь. Ой. Держи. Возьми. Ой, мне можно. Я сама их испекла. Теперь я опытный кондитер. Это, конечно, замечательно. Но теперь ты разболтаешь остальным, поэтому давайте лучше никогда не будем говорить об этом. Нет, как раз наоборот. Вы должны пойти со мной. У меня есть отличный план, благодаря... Малышка, раньше эти планы заканчивались с некоторым риском для жизни. Но мы нужны Тео. Если он сам не справляется, это его проблемы. Так ведь, верно? Но помогать другим – это то, в чем мы лучшие. Так ведь? Кто такое сказал? Ну, Тео и я. Да блин, Горелый, как вы не понимаете? Наше призвание – помогать другим, а не то, как мы делаем стулья или красим обувь. Нет. Или печем кексики. Мы просто забыли об этом. Мы единственные, кто может помочь Тео. Мы гномы. Ну, что скажете? Ну, я даже не знаю. Вспомните легенду. Путь наверх опасен. Все останется, как и было раньше. Они наверху, а мы здесь внизу. Я правда очень хочу помочь. В легенде все было так просто. Вы люди спите, а мы все делаем. Наверное, мне никогда не стать настоящим гномом-помощником. Не спеши. Мы еще это обсуждаем. Они все пришли в кондитерскую. Мы быстро ее нашли. Шли на запах твоей выпечки. Не хотим, чтобы люди говорили. Эти гномы даже своим не помогают, когда нужна помощь. Батюшки мои, эти люди еще больше и уродливее, чем я себе представляла. Ну ладно, мы поможем. Но с одним условием. Когда закончим, мы все уйдем и никогда не вернемся. Это и тебя касается, Эльфи. Так что у тебя за план? Ну, прежде всего, нам нужен Тео. Раз, два, три, вперед! Навались! Готово! Левее! Еще левее! Левее! Тихо! Левее, осторожно! Что дальше? Теперь за работу, пока шапки не задымятся. А Тео будет продавцом. Смелее, он всего лишь человек, совершенно безобидный. Что-то я не уверена. Смотрите, он и мухи не обидит. И как же этот бегемот в анабиозе сможет хоть что-то продать? Где вы видели таких продавцов? В реальном мире, может, и нет, а вот в театре такое возможно. Раз, два, раз, два. И... Поберегись! Выглядит здорово! Подольше помешайте! Да! Харет, вызывай бульдозер. Время вышло. Посетитель!
скорей! Все по местам! Здравствуйте! Здесь есть кто-нибудь? О! Ой, какая прелесть! Соберитесь, ребята! Добро пожаловать в мою волшебную лавку. Что вам угодно? Лимонную рыбу? Гномьи колпаки? Или вы предпочитаете луну? О, восхитительно! Я беру все. Что, правда? То есть прекрасный выбор. Спасибо. Хорошего вам дня. Приходите еще. Да, сработало! Ничего себе! Тогда такого не видела. Дамы и господа, а теперь наш фирменный десерт – кремовые шпили! Может, врача вызвать? Вы в порядке? Произведение искусства. О, я видел вас всех во сне, только маленьких и в колпаках. Что дальше? Уводим его отсюда, скорей! Дамы и господа, на сегодня шоу закончено. Рад был вас видеть. А как же кремовые башни? Еще рано закрываться. Пожалуйста, останьтесь. Нет, нет, время расходиться. Что происходит? Мой магазин? Это правда мой магазин? А то. И мы позаботимся, чтобы он таким оставался. Но как вы... Нам немного помогли. Можно вас всех представить? О, это мои друзья. Много. Вы помогли мне. Вы гномы просто лучшие. Спасибо. Не за что. Пекарни с прозрачными стенами. Там будет 4 линии. Нет, стой! Пусть лучше будет 8. Хорошо. 8 линий. Мы в расчете. И чтобы я больше не видел ни тебя, ни твою мерзкую шавку. Почему этот олух не в больнице? Что там? Шапка? Так это была не крыса. Значит, там были гномы. Это о чем? Это же настоящие гномы. У моего брата есть гномы? Так нечестно. Значит, это они разрушили мой торговый стенд. Маленькие паршивцы. Это надо отметить. О, нет. Эй, вы где? Что случилось? Пришло время мне уйти. О, да ты что, постой! Ты про тот глупый уговор? Не волнуйся, я уже давно забыл про него. Тебе не нужно уходить. Но я должна. Так заведено у гномов. Когда работа закончена, мы уходим. О! Но можно еще столько всего испечь. Вафли, или трубочки, печенье с зефиром, или жидкий шоколад. Пожалуйста, останься. Здесь так не хватает феноменальных идей. Но я не могу. Я пообещала, что уйду. Но... А вы не вздумайте забыть меня, мистер Брюзга. Не забуду. Ты моя маленькая проказница. Ах, да. У меня для тебя кое-что есть. Это мне? У меня будет свой колпак. Настоящий колпак мастера. Спасибо. Носяра. Я буду скучать. И по вам, ребята.
И мы тоже. Пока. Наконец-то заслуженный камбэк. Поздравляю, Эльфи. Ничего себе. Крутая. Молодец. Ну что ж, нам пора. Ну что ж, пора так пора. Да. Какая молодец. Эй, не грусти ты так. Скоро будем есть твои пирожные. А это что за штука? Нет! Молодец, Чарльз. Эй, нет! Это мой колпак! На вид точь-в-точь садовый гном. Они такие милые. Подарите мне одного. Мне нужны все до единого. Когда Тео узнает, он вашей шапкой пол вытрет, потому что он мой друг. Хотела сказать сообщник. Виновный в расхищении моего стенда. Что ж, зависть, понимаю. Хотите или нет, вы будете работать на меня на самой современной фабрике в мире. Без зарплаты, выходных и профсоюзов. Мечтайте. Вам понравится. Не дождетесь. Надо выбираться. Вперед! Давайте все вместе. Теперь поднимайте. Вот так. Пошли. Пошли. Куда дальше? Наверх. Это как канатная дорога. Прокатимся. Я слишком стар. Смотрите, вот куда нам надо. Ой, нет, туда нам не надо. Нет, 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 только не туда. Отцепляйтесь. Хорошая попытка, гномики, но побег не удался. Братец, привет! Мне всегда хотелось порулить таким. Помнишь? Так нечестно, я все заплатил! Конечно, за мой счет! Это не считается. Я знаю о твоих маленьких подельниках. Но... Выведи на экран эту шайку-лейку, Харриет. А ну отпусти их! Они же ничего не сделали! Они обобрали меня до нитки и уничтожили мой стенд! Поэтому будут работать на меня, на моей фабрике! А ну прочь с дороги! Теперь мы все подключены. Уже лучше работать на меня, чем на такого неудачника. Отпусти их, и я уйду с дороги. Нет, не делайте этого, не надо! Прочь с дороги! Он не пожертвует ради нас кондитерской или не носить мне этот колпак. Вот же упрямый осел! Что ты выдумал, а? Отпусти их, или тебе придется переехать меня. Ты всегда был таким твердолобым. Харриет, опусти клетку с коротышками. Никакие они не коротышки, они гномы. Тео, нет, не делайте этого, вы же все потеряете. Харриет, отмена! Поняла, никого не убью. Обманщик! Руки прочь! Эльфи, я вернул тебя. Что это? Надо остановить Бруно! Эльфи, не иди туда! Бежим скорее! Неужели от вас сейчас ты познаешь на себе гнев гномов? Слезьте с меня! Ага, попались.
На этот раз все будет иначе, чем в истории про портовы. Сегодня мы не дадим себя в обиду. Получай! Получай! Не в этот раз. Тебя носит! Простите, я немного занята! Эй! Нет, нет! Выключите эту штуку! Эльфи! Эльфи! Эльфи, где же ты? Ребята! Ты в порядке? Прошу прощения, гадость какая! Бруно! Бруно! Помогите! Помогите! Бруно! Ребята, какая! Ребята, помогите! Честно говоря, не заслуживает он помощи. Ломьте лестницу, быстро! Давай руку, желеобраз, давай! Бруно, нет! Нет! Нет, Эльфи! 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 Где она? Держу тебя! Старый добрый трюк. Безотказно работает. Ты спасла мне жизнь. Все вы помогли мне. Да, мы для этого и созданы. А сейчас-то что? Небольшое объявление. Скоро тут все взорвется от чертовой бабушки. Мой кондитерский рай! Все пошло прахом. Ты же ведь этого хотел, да, братец? Постой-ка! А кто хотел снести здание? Это ты хотел! С тобой всегда было невыносимо! Нет, не всегда! Разве вы забыли? Настало время вам помириться. Эльфи права. Ну, правда, это же несложно. Мы, гномы, раньше всегда думали, люди. Да кому они нужны? Люди, фу, гномов это не касается. Люди, они... Едят гномов на завтрак прямо с колпаками. Да. Но правда в том... что в нашей жизни чего-то недоставало. Верно, мы просто забыли об этом. Так что если уж гномы смогли поладить с людьми, то и вы, склочные людишки, сможете помириться. Завистник несчастный. А ты брюзга. И мрачная личность. Ананасовые пирожные готовы. Шевелись, сонная тетеря.
Ну и где наши шоколадные гномы? Что-то они обленились, а? Я! Яблочко! Ни пуха, ни пера! Подходите ближе, вот сюда, ребятки, еще ближе. Мы начинаем. Опа, вот так. Не толкайтесь, тут на всех хватит. Уверены, что справитесь без меня? Конечно. Хорошего дня. Я! Взяли, мальчики. Ага! Фестиваль гномов считается открытым! А теперь моя гордость – шедевр кулинарного мастерства – торт из репы! А я люблю репу! Да шучу я! Та-дам! Шедевр! Вот это красота! Дайте кусочек! Ну что, помрачивайте! Произведение искусства! И если кому нужна помощь, мы сделаем все быстро, ловко и вжухисто! Режиссер Уте фон Мюнхефполь. Художник-постановщик Хейка Хеншел. Автор сценария Жан Статман. Продюсер Дирк Байнхоль. Фильм дублирован на студии Soul Pro в 2020 году. Режиссер дубляжа Сергей Сулименко. Перевод Ильи Китаева. Смекалка есть! Мы в этом шарим! С двойной энергией теперь мы вдарим! Кухонные посуды слышим перезвон. Мелькают ложки, идем на разгон. Вдохновенья миг, нас вдруг застиг. Десяток сладких кексов, печку напрям. Чего такой прогресс? Ага. Даже трое гномов могут натворить чудес. Гномы в деле, работа на пределе. Гномы в деле, мы даже не вспотели. Наводим мы порядок и приносим свежий взгляд. Кастрюли, поварёшки без дела не стоят. Легко мы научились на кухне заправлять. Работает на совесть отряд из поварят. Секрет наш очень прост, тот самый гномий дух. Работа спорится у нас, быстро, ловко, вжух. Гномы в деле, мы все сумеем. Гномы в деле, работа на пределе. Гномы в деле, you're